шоколад! Шоколад, Жюстин повез... Так, вау, Алис! Держи. Бедная девочка. О, Алис попас... Алис, это ничего страшного, это просто собачья еда. Это Алис. Привет. Всем привет. Всем привет. На канале Мисс Пич. На канале Мисс Пич? Это что такое еще? А, понятно. Сегодня Алис решила быть принцесса Пич, поэтому сегодня канал Планета Алис... Называется канал Мисс Пич. Принцесса Алис будет Мисс Пич. Да? Хорошо. Ладно, что мы будем делать, Мисс Пич? Косенки. Косенки, ага, косенки. Сегодня мы решили наконец-то сделать этот ужасный челлендж Бинбузл. Потому что раз уж мы пошлем нашим подписчикам, как победителям, вот такой пакетик, мы должны хоть попробовать сами, что это такое, да, девочки? Будем пробовать? Посмотрите, у нас здесь есть вот такой мешочек. Мы не стали покупать никакие эти глупости со стрелочками. Нас всего двое участников. Мы начнем с тем, что у нас есть. А есть у нас тут достаточно для того, чтобы вам напробоваться. Открывай и высыпай все на тарелочку. А, тут же пахнет неприятно. Приятно пахнет, ну конечно. Тихо, тихо. Ну конечно, Бет. Я уже знаю. Подожди, понюхай. Чем по? Подожди. Ну-ка, дай. Подожди, дай. Это пахнет, как если. Да, нормально пахнет, понюхай. Это как мусорка пахнет. Как мусорка пахнет, точно. Кто первый? Алис, давай, ты первая. Какой ты будешь выбирать цвет? Какой ты хочешь выбирать? Синий. Ну пробуй, подожди, Жюстин тоже сейчас возьмет синяя. Жуй, скажи. Так, попалась невкусная? Бедная. Не понимаешь, эти глупости. С первой конфетки ей попалась невкусная. Ничего страшного, запивай водичкой. Сейчас очередь Жюстин пробовать. Я боюсь. Ну запивай, не бойся. У тебя, может быть, будет вкусная. Ну как? А я теперь Лёше плюсь. Подожди, подожди, мы посмотрим, что там у Жюстин. Вкусная, Жюстин? Так, синяя вкусная была. Одна была. Со вкусом зубной пасты. Алис, тебе попалась со вкусом зубной пасты? Да. Да, вот оно что, ты моя хорошая. Но это еще не так страшно. Нет, это у меня. Тебе тоже с зубной пастой? Но вы посмотрите, там много голубеньких. Вам обеим, значит, попалось. Они были невкусные только с зубной пастой. Нет, он вкусный с зубной пастой. А, хорошо. Ладно, стоп, Алис, так мы не играем, потому что так не делается. Если ты хочешь попробовать розовую, теперь вы берете обе розовые, обе берете розовые. И когда я скажу раз, два, три, вы вместе их пробуете. Поняли? Да. Давайте. Раз, два, три. Давайте. Жуем, у кого невкусная попалась? У тебя вкусненькая? Да. А у тебя, Жюстин? Невкусная. Какая? Ну, не знаю, посмотри. Нет, ты мне скажи, у тебя вкусная или нет. Тебе нравится? Мне да. Хорошо, Жюстин нравится. Розовые были... Мне нравится. Розовые были со вкусом тутти-фрутти и со вкусом... грязных носков. Давайте закончим с розовыми. Розовых у нас осталось 4, по 2 штучки. Давайте, берите каждое по одной. Давайте, жуем. Розовая у нас была со вкусом чего? Тутти-фрутти или носков? У кого? У меня попалось носков, я чувствую. У тебя носки попались? Ага. Не-не-не, я не буду попробовать. Ты будешь ее есть? Ну ешь. Водой запьешь хоть? Так, ну и как носки? Начипов? Это как же я кушаю. У тебя тоже носки? Да. Так. Выпрыгнешь или съешь? Это помнишь или нет? Ну, я не могу сказать, чтобы чем-то пахло особым. Алис не хочет. Так, Алис уже две попалась невкусные, но и вам попались две невкусные тоже первый раз, потому что у вас у обеих была зубная паста.
Ну, мне хорошо. Была розовая поставлена. Девочки, ну теперь две уже должны быть точно. Подожди, розовые две точно должны быть вкусные, но хотя бы съешьте их уже. Нет, подожди, доешьте розовые. Алиса, остань. Розовые. Возьмите розовые. Это хоть вкусно? Не нравится розовые. Они все разные. Попробуй. Вкусная? Ну вот, это вкусная. А у тебя... Я не могу чувствовать, потому что у меня все вот это у тебя в носках. Все... Ну не, я думаю, ты бы почувствовала, если бы это были опять носки. Ладно, съели розовые вкусные. Так, какой у нас там счет? У нас две невкусных у Алисы, две невкусных у Жюстин. Давай берем коричневые. Давайте берите коричневые. Носков наелись, можно теперь коричневые. Что у нас? Подождите, все вместе пробуем. Доживала Алиса? Ну, дожевывай. Коричневую взяла или нет еще? Да. Давайте. Давай. Раз, два, три. Чин-чин. Жуем коричневую. А я вам скажу сейчас, что это было. Тогда. У меня шоколад! Шоколад. Жюстин повез... Так, вау, Алис. Держи. Бедная девочка. У Алис попасть. Зачем это? Алис, это ничего страшного, это просто собачья еда. Это то, что кушает наша Зельда. Это шоколад, не Теда. Так, понятно. У Жюстин попался шоколад, а у Алис попалась собачий корм. Ой-ой-ой. Ты теперь... Я поэтому хотела. Ты теперь видишь, Алис, что Зельда бедная кушает, да? Запивай водичкой. Ничего страшного. Теперь... Какой цвет теперь? Давайте, коричневые уже попробовали. Зеленые, давайте. Жуем. Зеленый какой? А синий какой? Так. Одна должна быть лимонная. У тебя лимонная? Да. Что-то не похоже. Ты уверена? Кисленькая? Невкусная. Здрасте, тебе что-то не синих. А у тебя? Лимон. Лимон, иди сюда, выклевывай, да. Ладно, ну Алис, это не страшно, это всего лишь стриженный газон. Ты знаешь? Мне попалась рыбка. Рыбка, это не рыбка, это травка. Когда папа газон стрижет, и там получается травка, вот эту травку ты попробовала. Ну ладно, не страшно. Какую ты хочешь, белую? Да. Давайте белую попробуем. Как белая, это какая? Только здесь какая-то желтая нарисована. Вместе жуем. Жуем, жуем вместе. Алис, тебе опять невкусная, что ли? Попкорн в масле должен быть. Так, опять невкусная? Нет. А у тебя же уже попкорн? Невкусная. О, Алис, попалось тухлое яйцо. Ты моя бедная, ну что ж такое? Давай. А у меня мыло. Яйцо, которое не кушает. Папа, ты счет ведешь уже, у Алис уже 5, кажется, да? Пять. А у Жюстин все время 2, да? Или 3? Нет, 2. А у Жюстин, папа? У дяди у меня не маша. Так, стоп, тихо, внимание, зеленых у нас всего 2 вот таких вот. И эти зеленые пробуем одновременно обе, давайте-ка. Каждая взяла по зеленой. Так, пробуем. Это другая зеленая. И это будет... Что же? Невкусная? Это что там? У тебя вкусная, Алис, неправда. У тебя вкусная, не придумывай. Нет, у тебя вкусная, это у меня... У тебя слива. У тебя слива попалась, кушай. У тебя сливка? Это нормально, вкусная, кушай. Мне нравится сливка. Мне нравится сливка, ну ты даешь. Хорошо. Жушка, ну ничего страшного, Жюстин, у тебя всего лишь козюли попались из носа. Алис, похоже, уже не нравится ничего, по-моему, потому что она напробовалась. Подождите. Ладно, папа, запиши. Так, счет у нас 3 у Жюстины, и у Алис у нас... 5. Стоп! Что это мы пробуем? Какой цвет, говорите? Оранжевый вот такой. Оранжевый почти такой. Ага, ну давайте оранжевый. Это что? Что? Ну, попробуйте, я вам скажу. Вместе. Раз. Если это что? 2, 3. Поехали. Это вкусное должно быть. Алис. Хорошо.
Жужу, у тебя какое попалось? У меня чапка. Да. Лис. Так, обеим попался. Это неправда. Да. Ну да, они же много одинаковых таких. Ладно, с оранжевыми никому не повезло. Оранжевый, посмотрите-ка, пожалуйста. Это со вкусом рвоты. Извиняюсь, конечно, но ничего не поделаешь. Так повезло. Посмотри, посмотри. Сядь только. Потом я себя почистую зубки. Да, уж обязательно почистить. Зубы потом надо почистить. Учите, они и вкусные. Нет, не вкусные. Давайте, какой еще цвет не пробовали? Ну-ка. Серые мы еще не пробовали. Есть какие-то белые. Ну-ка, давайте попробуем серые. Эти? Вот эти, возьмите по одной. Это серые написано. И посмотрим. Давайте вместе. Давай, это должна быть вкусная. Одна из них с кокосовым орехом. У кого с кокосом есть? Я, у меня. А у тебя, Жюстин? Не знаю, не узнаваю. Не кокосовый орех? Ну, значит, памперсы. Так, памперсы. Ничего, ты не такой уж. Ты не чувствуешь ничего. О, ну ладно, памперсы нам нравятся. Хорошо, памперсы нравятся. Алис попался кокосовый орех, и Жюстин попались памперсы, которые ей понравились. Хорошо. Ну что, есть еще что-то, что мы не пробовали? По-моему, мы не попробовали. Мы не пробовали синий. Синий пробовали, а оно же было одно с этим. А, подожди. Вот синий. С зубной пастой был, да. Давай. Пробовали синий. Мы пробовали все уже. О, она боится уже. Это что давай, ты берешь? Давай желтую? Вот такие, да, желтые. Ну там были тухлые яйца вообще-то. Давай. Ладно. Алис не боится, значит, будем пробовать еще одну. Алис не боится, но сама же получила. Держи. У тебя вкусная? Да, это все папа сам. Это все попкорн. Все папа сам. С попкорном. Подожди, если с попкорном, это значит, было не синие. Они у них не очень понятные цвета. Если это попкорн, это была желтая, вы пробовали. А у тебя опять яичко тухлое, ты моя бедная. Запивай скорее водичкой. Ладно, давайте зеленое пробовать тогда. Там нам мало осталось. Давайте по зелененькой. Давай, Алис, бери. Вместе. Давайте. Вкусно или нет? Лимонное или нет? У тебя не лимонное? А у тебя? Лимонная. Если айс-ти, это лимонная. Но она кисленькая, это не страшно, она вкусная. Кисленькая. Ничего. Ну что, съедите по последней зеленой или нет? Давай по последней зеленой съедим. Давай тоже, Алис. Давай-ка. Увидим, попробуй и скажешь. Алис, ну жуй давай. Так нечестно. А то ты проиграешь. Давай, дожевывай вторую. Ну что, Жюстин, у тебя? Айс-ти или нет, Алис? Нет, не вкусно или вкусно? У меня опять лимон. У тебя опять попался газон этот, ну, стриженный. У меня опять лимон. Опять газон, ты моя хорошая. Опять газон, папа. Папа, запиши, Алис, еще. У нее опять газон попался. У меня почти только вкус это стало. Одну Алис добавляет, да? Да. Алис семь. Семь невкусно? Да. Бедная. Я еще Алис, давай я для тебя выберу. Может, я вкусную выберу? Хорошо, сядь поближе, дай мне. Я пяшки чуть-чуть соколю. Нет, я вас смотрю. Вот так, попробуй понять. Не. Ну пахнут они все, прям скажем. Не шибко аппетитно. Да, и вкусно. Потом ты пробуешь не совсем будет. Так, ладно, еще будем пробовать или нет, Алис? Надоело, напробовалась. Ну хорошо, ну ладно. Тебе попалось невкусное 7 раз. А Жюстин попалось невкусное 4 раза. Ну ладно, Жюстин победила, но Алис тоже победила, потому что она очень терпеливо и мужественно съела целых 7 невкусных конфет, а, Алис? Хоть и повыплевывала немножко, но все равно, а? И очень долго все пробовала. Моя хорошая, так, что это такое случилось? А, принцесса Пич, тебе понравился челлендж с конфетками невкусными? Нет. Да или нет? Понравился? Не понравился? Нет.
Принцесса Пич к нам больше не придет на канал Планета Алис, наверное, да? Придет еще? Все равно придет. Хорошо. Ну ладно, тогда ставим. Что мы ставим? Лайк. Лайк. Подписываемся на канал Планета Алис. Пока. Ой. Пока. Попадаешь. Ну, все. Пока-пока.